Запрещенные заведения работали в Центральном и Хостинском районах. В клубах были организованы азартные игры за деньги через интернет. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли почти 20 персональных компьютеров, документацию и финансы. Следственным комитетом края проводится расследование. Вероятнее всего, виновные будут привлечены к ответственности по уголовной статье «Незаконные организации проведения азартных игр». Она предусматривает наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет.